Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7, полный ремонт. Итак, правая сторона целая. Менять буду багажник. Левое заднее крыло. Крышу. Две левые двери. Ну и весь перед. Разбираю и устанавливаю на стенд. Первым делом я буду вытягивать все деформированные части кузова. Итак, все вытянул. Теперь мне мешает двигатель. Вытаскиваю его. Вот теперь есть подход клонжеронов, чтобы их ремонтировать. Теперь могу продолжать ремонт. Первым делом удаляю все поврежденные детали кузова. Итак, крышу удалил, теперь удаляю заднее крыло. Thank you.
Итак, удалил заднее крыло. Теперь перехожу к ремонту переда. Начну с верхней части лонжерона. Сначала вытяну, затем удалю поврежденные части, отровняю и обратно сварю. Итак, вытягиваю, измеряю, опять вытягиваю до одинаковых размеров. Размеры делаю примерные, потом откорректирую. Теперь приступаю к ремонту правой верхней части лонжерона. Итак, с этой частью я закончил. Теперь приступлю к ремонту левого лонжерона. Для того, чтобы мне его сделать, мне надо удалить одну из сторон лонжерона, что я и делаю. Вот, удалил эту часть, и теперь могу приступать к ремонту. Сначала я вытяну, затем отровняю и сварю все на место. Привариваю я отрезанный кусок вместе с прикрученным подрамником и усилителем бампера. Теперь равняю удаленные кусты верхней части лонжерона и свариваю их. Свариваю с прикрученными частями переда.
Зачистил сварочные швы и левый лонжерон, я закончил. Теперь приступаю к ремонту левого бока. Первым делом мне надо вытянуть петли, они вмяты. Итак, дверные петли вытянул, теперь исправляю заднюю арку. Теперь я могу сварить левую четверть. Для этого у меня есть донорская часть. Беру только то, что мне надо. Начинаю устанавливать части заднего крыла и затем сваривать их. Для дальнейшего ремонта мне нужна левая стойка крыши. Беру ее с донорской части. Крышу буду ставить отдельно, так как крыша алюминиевая и приклеенная. Чтобы ее удалить, мне пришлось немало повозиться. Примеряю левую стойку крыши, подрезаю ее по размерам в местах соединений и затем измеряю и привариваю.
Теперь начинаю собирать заднюю четверть. Привариваю внутренние усилители и затем привариваю заднее крыло. Итак, крыло приварено. Теперь приклеиваю крышу и ставлю ее на заклепки. Итак, устанавливаю на машину остальные детали: двери, фонари, фары, бампер. И на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. После покраски машина была собрана, и на всю эту работу ушло 27 рабочих дней. 15 дней работы с металлом и 12 дней покраска. Ну а теперь конечный результат. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!